как с памятью разговаривать на языке и от чего зависит вот это запоминание. И когда я провожу там лекцию, там, мне неоднократно приходилось, там большая, преподаватели, много женщин, я им задаю такой неожиданный вопрос: а приходилось ли вам когда-нибудь готовить пищу? Вот. Большинство из них, как ни странно, отвечает «да». И тогда я говорю о том, что, ну, тогда вы знаете, что существуют определенные рецепты, правильно? То есть если мы хотим с вами приготовить винегрет, то мы должны взять определенные продукты, отварить, нарезать, там, перемешать, посолить, там, приправить маслом каким-то и так далее. Существуют рецепты. Надо. И если мы с вами что-то готовим, и мы приготовили это хорошо, без нарушения технологий, то тогда это к чему приводит? Это приводит к тому, что люди, которых мы угощаем, они это дело кушают, и они получают от этого и пользу, и удовольствие. Правильно? Вот и польза для организма, и удовольствие. Информация – это пища для ума. Понимаете? Если мы с вами не можем какую-то информацию почему-то запомнить, в этом очень часто виновата не наша память, а просто мы эту информацию неправильно приготовили. Мы ее не нарезали, мы ее не посолили, не поперчили, не поджарили. Понимаете, вот если мы с ней ее обработаем, то она запомнится хорошо. Ну вот я вам хочу привести, да, еще такую цитату Анатоля Франца, французского писателя, общественного деятеля. Он как-то сказал, чтобы переваривать знания, нужно поглощать их с аппетитом. Вот, а для того, чтобы их поглощать с аппетитом, значит, они должны быть хорошо приготовлены. И я вам приведу такую иллюстрацию. Вот, например, как запомнить такое название такого озера? Вот в Соединенных Штатах есть озеро Вебстерское, но на языке местных индейцев оно звучит следующим образом: Чаргок-Гагок, Манчоук-Гагок, Чаобунагу, Гамаук. Вот. Что в переводе на русский означает: я ловлю рыбу на своей половине, ты ловишь рыбу на своей половине, никто не ловит посередине. Вот. Чаргок-Гагок, Манчоук-Гагок, Чаобунагу, Гамаук. Вот. Или, например, вершина холма в Новой Зеландии. Тау-Матау, Ака-Тан-Гиан, Какоэ-Тамэтэо-Турипу-Кака-Пики, Маунга-Харану, Купо-Кану, Эно-Накита-Натаху. Что в переводе на русский означает: вершина холма, на которой Тамэтэо, мужчина с большими коленями, который скатывался, поднимался и проглатывал горы, играет на своей флейте для своей возлюбленной. Вот что же нам делать, если, к примеру, нам приходится сталкиваться вот с такими какими-то сложными, очень сложными понятиями? Да, кстати, интересно, что существуют различные фобии. И вот есть такая даже фобия, которая звучит следующим образом: гипопотома, монстра, сэскви, педалеофобия. Что в переводе на русский означает боязнь длинных слов или страх перед длинными словами. Так вот, как можно, собственно говоря, эту фобию вылечить? Нужно просто тренироваться в запоминании этих слов. Вот если я сейчас взял бы на доске и написал цифру 1, сколько у нас было бы единиц информации? Одна, конечно же. А если бы я написал 1,9, сколько было бы единиц информации? Может быть, одна, а может быть, две. Вот, может быть, две, а может быть, одна, если к вам, к примеру, 19 лет, вы живете в доме 19, там, ну, что-то вот связанное с 19-м годом. Помните, что сейчас год 19-й. А если я напишу 1,9,4, то сколько единиц информации? Ну, то ли одна, то ли две, то ли три, вот что-то, ну, от 1 до 3. А если я напишу 1,9,4,5, сколько единиц информации? Точный ответ – одна. Конечно же, одна. То есть любой человек, который живет в нашей стране, для него 1945 – это, в общем, определенная дата, которую он должен помнить обязательно. Так шпионов можно вычислять, если он не соображает, о чем речь идет. То есть, но я что хочу обратить внимание на то, что иногда для того, чтобы сократить количество информации, нужно добавить. То есть мы с вами добавили пятерочку, и у нас однозначно из 3 единиц информации появилась одна. Вот о чем речь. То есть смотрите. Оказывается, вот эти мы с вами будем, я вам говорил о том, что информацию надо готовить, и существуют такие рецепты. Есть такая, ну, дисциплина, не знаю, кто-то назовет наукой, может быть, кто-то не согласится, называется мнемоника или мнемотехника. Вот эта мнемоника или мнемотехника — это как раз тот набор рецептов, который позволяет вот сложную информацию, которую очень трудно запомнить обычным способом, он помогает, рассказывает, как ее нужно нарезать, солить, перчить и так далее. И, ну, в принципе, вот эти принципы мнемотехники, они достаточно просты. Где-то можно убавить, где-то можно, наоборот, добавить, где-то, может быть, что-то переставить, разделить на части и так далее. То есть, в принципе, делается все это при помощи таких довольно несложных манипуляций.